Сапепушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое, прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе, поставить царский лайк. И третье, найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Бамбукун Дядька Панда и добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня мы поиграем в Roblox симулятор рыбалки. Фишинг симулятор. Не знаю, ребята, еще не смотрел, не забегал, но вижу уже, что выглядит довольно-таки симпатично. Давайте вместе с вами, конечно же, и глянем. Смотрите, здесь у нас что-то заколочено. О, тут даже открыть можно. А, скоро выйдет, понятненько. Блин, смотрите, как прикольно здесь сделано. Даже решетки на окнах есть. Здесь какие-то узоры и так далее. Обычно у нас простые текстурки. А вот здесь как здание со всякими балкончиками. Выглядит довольно-таки прикольно. Фонари, здесь какой-то плющ цветет и так далее. Клево, мне нравятся яркие, солнечные, летние такие плейсы. А, очень весело. Так, весело то, но весело, ребята. А что тут надо делать? В ангою надо будет закидывать уточку. О, фонтанчик. Ой, щекотно. А, удочку закидывать, ребята. Здорово, братишка. И, наверное, будет что-то нам... доки, бончоп. Ага, понятненько. Что-то ловить, наверное, будем. Нам стрелка говорит идти туда. Иди туда, а это что такое? О, это что-то какие-то... У нас кейсы типа есть. А как их открыть? А, какие-то гемы нужны, какие-то гемы, а, либо деньги. У меня ничего нету, ребята, у меня ничего нет, я только сел играть. Ладно, нам говорят сюда идти. Окей, забегаем, сейчас будем вместе с вами смотреть. Напишите в комментариях, ребята, кто уже играет в этот плейс, а, и каких высот вы тут достигли. Какая у вас удочка, какая рыба там, а, все тебе. О, нифига себе, я сел. Балдежнички, смотрите, свечи, здесь какой-то фонарь. Так, бармен, несите нам святой бамбук. Так, 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 ладно, хорош уже троллить. О, карта. О, карта, карта сокровищ. Нет, какая-то она странная. Какая-то она пластиковая. Здесь перо есть. Смотрите, довольно-таки как... О, монетки. Ребята, отвлекайте его. Все, я его ограбил. Но это не точно. Так, здорово, здорово, здорово. Сейчас мы тебе выдадим... Меня зовут Рот. Обалдешечки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Окей. Окей, первый род. А, Родни его зовут, и типа, мол, а, это Родни, да? А род это, по-моему, как раз удочка сокращенно. А, хорошо, спасибо. Дай мне что-нибудь, пожалуйста. Мы хотим уже кушать. Я, конечно, панда, люблю бамбук, но от рыбки тоже не отказался. А первое, что тебе нужно сделать, поймать три рыбины. Отлично. Типа, это так сложно, бла-бла-бла, но мы справимся, ребят. Смотрите, у меня первая удочка. Обалдеть, смотрите, какая она клевая. Там даже поплавок есть. Так, ладно, вылазим. Мне уже интересно. Ой, а что, только уже ночь? Так, а здесь что за магазин? Кастер! А, здесь мы сможем продавать свою рыбу, да, наверное? Ого! 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 Так, куда дальше-то идти? Куда нам дальше? О, это что такое? Аквариумы какие-то! Ох ты! Так получается, рыбу мы можем не только есть, а еще ее и... А, это чьи-то аквариумы, да? А где мой? Угу. Ладненько, это с этим мы, ребята, делом разберемся. Смотрите, у нас есть какой-то квест. А, bring 3 fish to место. Короче, отнеси, Родни, 3 рыбины. 3 рыбины. Так, а как нам рыбачить? Доки. О, еще и лодки покупать можно будет. Обалдеть. Так, бот-шоп. Блин, интересно. Интересно. Так, давайте все по пути пойдем, ребят. Все по пути. Так, и че, как мне ее? Закидываем. Ой, я челока какого-то поймал. Нет? Тот луну кто-то поймал, что ли, нет? Что там творится-то? Так, я закинул удочку, я не вижу. Да, вон она у меня, красота, ребята. А, и что дальше делать? Я закинул, и что нам, что-то тыркать надо, нет? Нет. Привет, привет. Здорово, ребята. Здорово, здорово. Где у нас там? Что происходит? А, вон, смотрите. Погодите, я хочу как-нибудь вот так вот. Вон наш поплавок, смотрите. Это же мой, да? Да, это мой.
I'm gonna escape, I'm waiting for long. Ты типа ждал, рыба убежала. Ребят, походите, я что-то там ничего не вижу. О, что такое? А, лодка. Вот еще какая-то лодка есть. Я сейчас угоню лодку. Эй, я могу на ней плыть? Нет, плыть, по-моему, на нее не могу. Почему нельзя на ней плыть? Она потому что чужая. Нет, смотрите, я угнал лодку, обалдешечки. Так, кто-то там у нас рыбачит. Короче, надо будет... А, когда она начнет клевать, нужно вытащить. Нужно будет удочку вытащить. Куда-то далеко поплыли. Так, короче, закидываем. Закидываем удочку и ждем, когда пойдут у нас пузырики. О, пузырики пошли. И начинаем теперь тыкать. И нам нужно, по ходу дела, вот в этой вот зеленой аренке, да? Угу. Давайте в зеленой ждем. Давай. О, банатики. Я что-то поймал, ребята. Я поймал свою первую рыбеху. Смотрите, на двоечке есть. Все, понятно, разобрались. А, закидываем, ждем пузырики. Пузырики. Нифига себе, там волны. Так, пузырики пошли. И теперь вылавливаем. Самое главное нам удерживать вот в этом вот зеленом баре. Ну, бар, вот эта вот полосочка, вот в этой зеленой полосочке нужно удерживать вот эту нашу черненькую полосочку. Есть! Еще какую-то рыбяху. Рыба-карась, игра началась, как говорится. Да, ребята? Красота. Так, погнали дальше. Сейчас мы что-нибудь здесь выловим. Выловим. О, погнали. Так. А я, получается, могу забить всего 6, да? 6 рыбинок могу поймать. Наверное. О, какого-то еще одного карася мы поймали. Красотули. Так, у меня есть 50 монет. А это что такое? Уровень. А, это экспа, типа. Это у нас экспа. Понятненько. Ладненько. Давайте мы сейчас поймаем 6 рыбинок, ребята. И, наверное, тиканем. Блин, а куда меня это? Я уже не рулю. Тут ребята меня куда-то вообще утаранили. Мы в открытый океан уплыли. Где? Где суша-то? Вы куда поплыли, ребята? Это просто жесть. Мы куда-то вообще уплавакали вообще со всех сторон. Так, ладненько, дайте мне еще рыбку какую-нибудь поймать. Вот, у нас пошел клев. Ништяк. Вот, кто-то там плавает. А, это еще одна лодка приплыла. Отлично. Давай, моя хорошая. Так, а мы в какой-то фишинг-симулятор давно, ребята, играли, да? Мне кажется, где-то год назад что-то у нас выходило. Ох ты, мне дали 100 экспы. Так, а я все это... Так, смотрите, у нас еще карта есть. О, нифига себе, тут сколько всего. Обалдешечки, маркеры можно ставить. Офигеть. Так, а я могу ее как-то? Так, 10 уровень и 25. Shadow Iceless и Eruption Island. Обалдеть. Порт Джексон. Ладно, выходим. Вы видите меня назад? Так, я что-то получил награду. Поймать первую рыбку. Поймать 100 рыбок, 1000 рыбок, 10 тысяч рыбок. Ого, плавник, акулы какие-то есть. Лава обе. Ништяк, это ачивки, ребята, получать. Так, ладненько, давайте попробуем, сделаем вот так. Надеюсь, у меня рыба моя не пропадет. То, что мы что-то, меня куда-то утаранили. Подписчики меня куда-то утаранили. Так, рыбка у меня не пропала, отличненько. И нам нужно к нашему Родди, да, подойти к Роду и сдать ему рыбку, наверное, да. Родни. Так, отлично. Так, ты можешь продать и получить там коины. Кисерман Докс, фиш, ага, понятненько. Еще какие-то предметы там можно будет покупать. Так, все, с тобой все, да. Кастер. Это у нас, который там продает, который sell, да, у которого можно будет рыбочку нашу-то всю это и продать. Так, братишка, я тебе тут рыбеху. Конечно, уверен. А, смотрите. Quality 4. А, нет, это quantity. Это количество, да. И можем мы продать. Это common обычно, а это uncommon. То есть какая-то, ну, уже пореже маленько. Получше рыбка, короче, подороже. И она гораздо дороже продается. Продаем все. И у меня 200 монет уже, красота. Короче, ему будем все это дело мы сдавать. Отличненько. Теперь я хотел попробовать что-нибудь купить. Так, вот здесь я вообще ничего не могу. А что там внутри? А, тут скины, что ли? Если это скины, то нам неинтересно. Так, смотрите, у нас здесь есть еще магазинчик, да?
Магазин. Что можем в этом магазине мы купить? Мы сейчас посмотрим. Так, у нас здесь есть... О, нифига себе, здесь второй этаж еще. Смотрите, как здесь все уютненько, мимишно сделано. Вообще клевенько. Так, на второй этаж. Нифига, мы тут куда-то залазим. Я могу открыть эту штуку? Coming soon. Не могу открыть. Скоро будет открытие, пока месть закрыта. Так, братишка Финн, что там у тебя есть? А, Финн, магазин. Апгрей... можно апгрейживать будет удочки с... так, это какие-то копии, что ли, спирсы. Бэкпаки и другие предметы. Отлично. Угу. И чё? Дай мне что-нибудь посмотреть. Мне очень интересно. Так, хук, спид. А, крючок апгрейдить можно. А, это как мы вытаскивать будем. Шанс больше, сила. Обалдешечки. Так, а это у нас... Угу. Это копия. Обалдеть, нифига себе, за гемы там всякие есть. Бэкпаки. А, так, это... Блин, нифига себе. Ого. Машина, чест. Обалдешечки, сколько тут всего. Это спешл. Угу. Всякие радио, обалдеть. Так, ням-ням-ням. Так, а что у меня? Могу я? Угу. 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 Не знаю, давайте вот это апгрейдим, ребята. Денег мало. Мне, конечно, сейчас надо будет все еще пофармить, наверное, да, ребята? Мы нафармим. Если будет интересно, будем продолжать снимать этот режим. Так, и потом я хотел посмотреть там еще лодки. Так, квесты. Квесты, что, все? Так, бэкпаки. Скины. А, вот они, бэкпак мои, скины, да? Это у нас теперь F. Понятненько. Так, это радио. Все, отлично. И теперь глянем, ребята, что у нас вот здесь есть. Бот-шоп. Вон девушка стоит, тоже рыбачит. Я могу прямо отсюда, да, ловить? Зачем мне куда-то плыть, когда мы можем прямо отсюда быстренько наловить? Смотрите. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Мы там тем более маленечко уже удочку проапали, да? Давай-давай-давай-давай-давай. Ловись, рыбка, ловись. Сейчас еще в магазинчик зайдем, посмотрим, что там есть. Потом, наверное, как обычно, я ускорю, ребята. Так, все, ого, я какую-то новую рыбеху поймал. Смотрите, рыба-карась какая, да? Что-то вкусненькое, что-то вкусненькое, что-то вкусненькое. Так, давайте глянем на втором этаже, опять что-нибудь есть, нет? Опять, наверное, здесь закрыто. А, нифига себе, я вышел на второй этаж. Блин, как тут все прикольненько, мимишно сделано. Мне нравится, ребята. Так, ладненько. Давай, братишка, покажи свои лодки. Карта такая, карта. А, просто жесть. А, так, ням-ням-ням-ням-ням. А, board, шипсы, туда дела. Мы сейчас тебе кое-что подарим. А, dangerous place. Короче, там ты можешь исследовать какие-то самые опасные дела. Так, скорость, здоровье. Ого, у них здоровье есть, что ли? Что, их атаковать, что ли, может? А, hook speed. О, увеличивает скорость крюка. Обалдешечки. Фига тут лодки какие всякие. Боевой корабль. Обалдеть. Вот такой хочу. А, шанс блокировать атаки акулы. Нифига себе, здесь еще, оказывается, акулы нападают, ребята. Оказывается, нападают акулы. Так, а это что такое? Варм орб какой-то. Телепорт. А, короче, телепортируют тебя на твою лодку. Угу. Короче, эти гемы. Гемы дорогие, да, наверное? Гемы, наверное, вангуют только за робоксы, да, ребята? Ну, в принципе, они не особо дорогие. Можно будет потом что-нибудь купить, если будет интересно, да? Так, все понятненько. Тут мы, короче, все посмотрели. А теперь, ребята, нам предстоит, наверное, еще немножечко порыбачить. А нафармить немножечко маны. Так. О, что это такое? Три я взял. У меня какой-то гарпун появился. Да? А как я могу? Где я, в газ гарпуном? Нет. Да, смотрите, у меня гарпун еще. Обалдеть. Ладно, будем рыбачить, ребята. Все, теперь я немножко ускоряюсь, ребята. Я буду фармить. Рыба-карась, игра продолжается. Полетели. Так, ребята, неплохо я здесь, короче, пофармил. Открыл я второй остров на 15 уровень и на 25. Сейчас я вам все покажу, все расскажу. Также я проапгрейдил там неплохо удочку. Купил бэкпак.
А теперь у меня он гораздо больше. Вот видите, сколько рыбины сюда всякое влазит. А также, ребята, вот здесь вот есть обе на этом острове. Можете его пробежать и 300 монеток получить. Ну, там ничего особенно сложного нету. А также здесь где-то у нас можно... Так, а что я там, рыбачу, что ли? А, рыбеху вот эту вот сдавать. Давайте все это дело мы сдадим. Давайте сдаем. Здесь уже какие-то более подороже бывают рыбки есть, которые, соответственно, можно подороже сдавать и быстрее фармить. О, рыбеха жарится, смотрите, какая красота, а! Также там охотился на всяких акул, но, блин, они там дамажат, мамы не горюй. Зато с них выпадают всякие различные плавники, там зубы и так далее. Много опыта дают и довольно-таки неприкольненько продаются. Вот тоже что-то удочка, смотрите, рыбеха стоит. Так, а где моя лодка, я не понял. Куда мою лодку утащили? А, вот же она стоит, да? Это, по-моему, моя. Ладно, ребята, погнали на следующий остров, который за 25. Вперед! Так, ребята, вот я доплыл. Еще один прикольный островок. Здесь стоит челик, который предлагает нам на воздушном шарике, соответственно, телепортнуться, пролететь на предыдущие острова. И там вот, если на самый верх сейчас пролезть, мы с вами пролезем, там будут еще два челика, которые вам будут, соответственно, выдавать новые квесты. Женщина там будет что-то, по-моему, на плавники выдавать. А парнишка будет на рыбку. Смотрите, как здесь прикольно сделано, мимишно. Все такие всякие переходики. Какие-то досточки. Все наверх, наверх. Залазим. Потихонечку мы лезем. Все выше и выше и выше. Потом там будут мостики всякие прикольные. Так, сейчас. Оп, сюда. Вот нам показывают сюда. Здесь ничего нету. Тоже очередной прикольный, друзья, домик. Смотрите, здесь у нас карта, какие-то рукописи. Здесь гемы лежат. Вот такой вот здесь штурвал, руль, соответственно, да, и какие-то весы. Но здесь никого нету. Вон там вот сейчас мы пробежим по мостику. Так, вот сюда нам, ребята. Нам нужно вот сюда. Вот, два домика и здесь, соответственно, два челика. Вон там тоже ничего нету. На том островке я тоже был, все там полазил. Так, вот здесь у нас есть челик, который у нас квесты выдает. Соответственно, 20 там рыбок поймать там и так далее, которые здесь водятся. А также... О, девушка! Шакира! Большой привет! А тут ей всякие плавнички нужны. Единственное, что здесь плохо, здесь нету ничего, кого можно было бы кому сдать там и так далее. То есть продавца... А здесь нету. Так, и еще, ребята, я хотел попробовать слетать на воздушном шаре. Я его как бы здесь смотрел, но я на нем еще ни разу, если честно, не летал. Так, да я же могу отсюда спрыгнуть, да, наверное? Опа, аккуратненько прыгаем. Так, добегаем до челика. Мы сейчас... Давайте на самое начало, ребята. Наверное. Хопа, смотрите. Блин, я думал, он там хотя бы полетит, в самом шарике. Нет, мы просто вот так вот телепортнулись, да? А, вот он теперь здесь появился. И получается, бесплатно я могу теперь между всеми островами, ребята, летать. Хм, прикольно, да? Так, сладенько, давайте все это дело мы теперь продаем. А лодку, интересно, можно апгрейживать? Либо лодку нельзя апгрейживать? Лодку-то я купил, но, по-моему, самую вторую. Денег у меня пока есть не особо много. Я там все потратил, я там удочки апал, ребята. Все на удочке я прошляпил. Так, по-моему, я вторую лодку покупал. Какие там следующие будут? Так, да, у меня сейчас вот... О, смотрите, можно апгрейживать. Да, действительно, скорость можно апгрейдить. Но я не знаю, какая самая дорогая лодка? Так, 39, да, вот это. Капец, 40 тысяч почти. Это сколько фармить надо, да? Какой-то боевой корабль. Обалдеть. Фу. И вот эти штуки, я не знаю, но так тут гемы тяжело вот эти получаются, добываются. Нужно будет, конечно, либо фармить, либо придется донатить. Все, ребята, на этом видосик я буду завершать. Пишите в комментариях, какие у вас тут уже есть, что вы тут достигли, какие тут есть у вас ачивки, что вы тут наловили, сколько денег, какой уровень и так далее. На этом видосик я завершаю. Всем желаю отличного дня и прекрасного настроения. Ну, а с вами был Бамбуковый рыбак Капанда. Увидимся совсем скоро на просторах Ролла. Всем пока-пока!